Надо прекращать это, товарищ президент. Надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя, за всех военнослужащих Российской Федерации и за вас, товарищ президент. Мам, если ты видишь это видео, это уже отдельно я своей матери хочу сказать. Если тебе там говорят, что все в порядке, не верь этому. Россия совершила уже это преступление. Я сам не хотел этого, мам. Ты знаешь уже, я уверен. И перед тем, как уехать, перед выездом сюда, я звонил тебе, говорил то, что не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что мы останемся. Типа, что все хорошо будет, мам. Так вот, почти все хорошо. Меня здесь кормят. И я жив. Меня могли бы убить, но я жив. Меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам, это под ударом своих же самолетов. Старайтесь там, мам, чтобы все это закончилось. Старайтесь, и наши пацаны вернутся домой. Только тогда вы дождетесь своих сыновей. Я все.